Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Все, буду мерзоты, буду мерзость. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну давайте что-то подобное. Вот я смотрю, там тебя этот... Поддерживает и тоже пишет скамч. Ой. Кто сейчас у нас покинет чат ненадолго, но с почестями? Поехали. Первое. Первый бан у нас 10 минуты, получается, выигрывает. Открывает на сегодня. Так, Ик Торновей. Что-то вроде... Не смотри назад, наверное. Не Торновей, короче. Но ничего страшного, ничего страшного. 10-минутный. Второй, второй у нас бан получает Лёха Берсерк. Ничего себе. Мощная, мощная Лёха. Хорошо, что же, 10 минут получил. Дальше идет 20-минутный бан. 20-минутный бан у нас получает анархист 200-220. Так, это получается 20, да, минут. 30 минут бан у нас идет... Firebeard, получается, тебе. Хорошо, это был уже получасовой. Получасовой был, получасовой. Кеквейт. Кеквейт. 3-10 карта. Что там в руке держит? Как 3-10 карта, не понял. Два яблока было. The fuck? Призовите карты, это умею, ради чего? Хорошо. Хорошо, хорошо. Я в деталях. Ютис говно, учитывая, что демонов нет. Элемов нет, то есть, в принципе, забафа магазина никакого не будет. Злой двойник, Мурлок и Мехи. Тяжеловато немножко. Так что, наверное, все-таки золото. Но золото говно, квест. Что с ним делать вообще? Но хотя бы выполняется, от меня ничего не требует. Так что, наверное, мы его забираем. Но мы этому не рады. Мы не рады, мы очень злые сидим. Очень злые. Тяжело его сделать рабочим. Вот, так, далее. Последний, ребят. Часовой бан остался. Всем банам бан, главный бан. Поехали. Часовой бан у нас сегодня получает Матест. Получай, Матест. Получай, Матест. Бан, он сам, это часовой идет. Ну, ребят, так, Матест, давай, пиши свое последнее слово. Последнее слово, потому что сейчас на час будешь отлетать. Ребят, кто не выиграл, не расстраивайтесь. В следующий раз именно вы выиграете, именно вам. Именно вам повезет. Вот именно ты победишь. И будешь баны все эти. Но пока не в этот раз. Он попрыгал на прощание, ну. Походу кому-то чата... А, вижу, вижу. Ну похлопайте его, молодец. Все равно молодец, все равно молодец. Так. Жепием. Ладно, я умею. Шух. Я ничего не умею. Ничего не умею, ни о чем я. На следующий разведчика поставил, разбил, сразу же получил с него черепушку, залочил черепушку, и потом ее соберем в 6, наверное. Может быть, 5 собрать Мороза. Но то, что отсюда черепушка прокает, это 100%. Так ты мне говоришь, каждый стрим, а бана все нет, а врунишка получается. Не, возможно, не, возможно, я же не только тебе говорю. Кто-то вот другой. В прошлый раз Матэ слушал такой. И, ну, типа, в следующий раз именно ты выиграешь, и он реально выиграл.
Пошел, Тарслан, каждый раз говоришь, что именно ты победишь, именно я не побеждаю. Ну, кто другой зато. Проявляется твоя... как бы добрая натура и то, что ты пропускаешь других там, вперед себя. Сетап называется «Хочу призывать карты, чтобы выполнить украденное золото». И в то же время жестко протекчу черепушки, чтобы вообще никогда в жизни не атаковали. Совмещаем приятное с полезным, правильно? Что по стримхате хоть кайфа есть, ну, будет когда-то. Может даже скоро. Фак. Но почему? Я его все равно заберу. Матес, мы с тобой на другой договаривались. Это про тебя, что ли, писали, когда, ну, была инфа про этих, кидал в ДОБГ. Ладно, Матес, еще поздравляю. Эй, есть золочение. Вообще, кстати говоря, золочение на карты мерзоцита, на слияние мерзоцита, они вообще ничего не делают. Все куплен. Сейчас давай этот трек поставлю, ПТС. О, Арслан, мой любимый стример, привет. Привет, здравствуй. Так, золочение, опять же, карт этих не работает. Вот так давай тогда. А подожди, он получил 100 тысяч, что? Подожди, нет, это неправильно. Чат, подождите, сейчас за скам. А подожди, откуда у тебя вторая шестерка? А, он две торпеды собрал. Фига себе. Да нельзя их золотить, подождите, он как-то неправильно работает. Ты никогда не можешь получать... Фак. Хотя, подожди, может, не фак. Ты не можешь, короче, получать по две монеты. Это я уверен. Ты золотишь чувака на монету... Да ну, привет, подождите. Ну окей, ладно, значит, сейчас смотри, что делаем. Продал. Там... Что продал? Продал, допустим, да, неважно. Или там тебя продал. Ладно, продал, допустим, так. Есть... О, подождите, драконы рандомные. Я могу, кстати, поиграть, да. А еще, подождите, еще знаете, что есть? То есть, если вы берете призывательницу, у вас сабилки, то есть у вас есть перерождение на ней. И вы не можете получить call ass. Но если вы заберете дракона, есть у вас шанс на call ass, потому что, ну, как бы, перерождения нет. Надо, чтобы вторым был call ass. Ребят, вторым call ass, пожалуйста. Yes, call ass. Call ass. Пау, хорошо. Мы, наверное, уже забыли эту карту. Call ass, let's go. Но карт добавили. Да не, это было всегда. На мерцете это всегда было. Просто когда последний раз видели, чтобы кто-то жал обилку в 6-й таверне на мерцете. Только надо, чтобы он разбивался, правильно? Чтобы у меня лицо не разбивалось, но эта штука разбивалась. Чтобы мы получили оттуда сейчас 4 дракона и все. Мерцебец чекает, ну... Подожди. Подожди. Ну там большие сейчас мурлоки будут. 16. Ну тут вот 27, тут 16. Еще отсюда, возможно, сейчас что-то упадет. Еще 10. Слушайте, он разбивается, он должен разбиваться. Так. В нее давай. Так просто бабл сбивается, я проигрываю. Как бы я не проиграл. Да, одного дракона дает.
Написано два дракона дает, но везде обман. Везде обман. Я говорю, типа не работает. Ну, неправильно работает. Но на нем написано, да, что он два дает. Когда. Руку обычно призываю, да, и здесь тоже одна дается. Говорю, везде обман, ребят, везде обман. Так, ладно, механизмы. Матадор из золотой. Что прикольно довольно. Один золотого пишет, что 2 дает. Да-да-да, он 2 написано, что 2 дает. Я могу сейчас снова на перслот поставить. Это сервер для золотого чисто. Окей, мы заберем. В принципе, я, возможно, его даже сейчас выиграю. Чел вообще всех огребает. Он получил на 14 на 7. Я бы, может, даже эту штуку забрал. Выполнил. Ты не писал. Ну, плевать, это не писал. Дарнозному. Давай дальше. Тебя позолотить. 2 спала лутать. Блин, не, можем лучше... Лучше не можем. Так, подождите, я могу что сделать? Я могу. Уничтожить тебя, ты возродишься, а потом эту штуку поставить, и что пытаться бабл... Ой, реворд латать. Ой-ой-ой-ой. Дракона получу. Ну, как будто такое, да? Так. Подождите, пока по музыке вечер верну. Ну что, кого-то из вас, наверное, забрать тогда. Может, тут золочение пойдет? Честно, выгляжу как будто сильнее. Если, конечно, не буду бить через бабл в одну атаку. И направо. 2-1 направо. Пау. Обшел ты. Шел ты в жепу. Так, ребят, шанс на то, что мы сейчас отсюда позолотим и на колес Госа. Шансы прям колоссальные, ребят. Колоссальные. Считай, что колоссальные. Блин, я верю. Опа! Я в него тоже хотел попасть. Как я и планировал, ничего не дали. Таким образом, я, ребят, вам показываю, что плохо иногда йоло идти. Чтобы в следующий раз в своей игре вы подумали и не делали опровечиваемые мувы. Не на что. Ребята, не за что. Вот так вот сделать. Ладно, не буду жадничать. Сейчас думать насчет такого. Дракон обязательно должен быть, чтобы эту шестерку Мессетта раскопать. Ты про него, что ли? Да, он, конечно. Иначе бы он не предложил, если не было ни драконов. Я думал, не заметишь. Вот оставшиеся 134 рубля, блин, Квиби. Ага. Ладно, спасибо, тест. Почему 37-ка взял дракона 2.8? Я раз не успел продать 2.8 раньше, чем ролл сделал. Даже так, ну вообще да, ладно, было неплохо. Зачем дверь оставил? Ну он спел дает.
Пак нет смысла продавать. Может, дать мне что-нибудь прикольное. Там с руки призывается Мурлок Яд у него, да? Который сам себя бафает. Но... Вау. Подожди. Подожди. Подожди, сколько она так сделает? А может, хватит атаковать? Подожди, сейчас направо ударишь, ты вылетишь. Ну, он просто направо не ударит, все легко. Все легко и просто. А, привет, Руслан, очень ты мне нравишься. Привет. Бой, бой, бой. Hello? Дракон, дракон, генерал дракона Кися. PS4 Мурлок. А что если, подождите? А что если вот так вот? Ну чё так не везёт-то? Мы его клич дали. Бой, бой, бой. Бой. Эй, а где? Бой, бой. Пам, пам. Бой, бой. Сидоньком, сидоньком, сидоньком. С ума забрали, чисто, чтобы золотая версия давала нам кучу сплов. Сейчас туда падут золочение карты, сейчас там столько всего будет, ребят. Столько всего будет, даже не представляете. Покажи ему ластомат. Пам, бабл есть за 6. Больше ничего нет. Все равно неплохо. Почему Синдру не на ласт лот? Кто такой Синдрагос, в смысле, или кто? Ты про него, что ли? Если ты про него, то... Он стен, когда он сейчас разобьется? Ой-ой-ой-ой-ой, по второму кругу атакуем. Ё-моё, куда ты, что делаешь? Или дракона получили. В общем, дракона все равно не даст. Дракон все равно, короче, не даст две штуки. Минус, да нет, там весьма здоровье, у него все хорошо. У него все хорошо, и у нас все хорошо. У всех все хорошо, ребят. Блин. Ладно, ты классный, я в любом случае сейчас заберу. Я могу уничтожить через него вот этого дракона. Это бабл, перерождение дракон. Его не надо уничтожать. Я его лучше продам, правильно? Ребят, правильно или неправильно? Бран, ну я его позолощу, чё нет? Дмитрий, да, ну нужен еще один слот, чтобы играть боевые ключи. То есть ты уходишь... Я его поставлю, я его продам сейчас сразу же, прям. Сразу же. Пщух, продал. Пщух, нет его. Пам. И сейчас прокает триплетом кому-нибудь. Вообще можно снова его забрать на закрывашку. В прошлый раз он хорошо сработал. Если сейчас сработает, вообще он молнию доберет. Молнию берет, из-за этого мы только две карты получим. Так, бой, бой, бой. Он
короче, молния заберется, за этого может быть не так хорошо. Молния в нее не попадет. Я прошел Балдер, Пурасет. А почему Пурасет в випе? Ну такая штука, если не думать, что стоит лавок или чили стоит. Ладно, залочь. Залочь, но можно лучше, наверное. Ну молодец, получается, профессионал. Так, молнию забирает, но мне сказали, что он не попадет. Мне сказали, что не попадет Лосомата. Наврали, что ли? Чтобы чат и наврал. Теперь придется опять на твои стримы ходить вместо Баллер. Ну и правильно, Випи. Наконец-то хоть за ум возьмешься. Арслан, ты крутой, ничего себе. Вот, вот ребята, которые первое сообщение пишут и сразу же врываются. Арслан, ты крутой, Арслан, ты молодец, там нравишься. Я, ну, блин, ну. Я на всех такое первое впечатление оставляю. Спасибо. Спасибо, Скубнову. А давай так, ладно. Жестко попало, чтобы еще один боевой клич получить. Так, вот же такую штуку заберем, ничего страшного. Да блин, а че так мало боевых ключей? Только еще мощные, которые ничего не делают по столу. Только, ну, боевой клич ради боевого клича. Ну, прием, ладно, наверное. Но я недоволен. Ну, недоволен, злой. Вы кладете в руку... А, подожди. А, ну да, все правильно. Золотая версия тоже дает в руку случайно дракона. А, не, нормально, нормально. Я думал, там будет написано два дракона. Это нормально, все правильно работает. То есть монетка, допустим, тоже, если у вас есть, она золотится, и она не дает вам... То есть там также будет написано, вы получаете монетку в руку. Там не будет написано, вы получаете две монетки. Ну-ка, хрень полная. Ну что, ребят, осталось отлететь в топ-3, как обычно. Наша остановочка, судя по всему, судя по тенденции наших игр сегодня. Когда большой патч, прям большой-большой патч. Ну, 16, получается. Бабла на шатку. Пусть бабла на шатку. Пусть он мне карту дает. Так, и Вибе еще. Спасибо за подарочную подписку. Охотник при излучении хп стол дает. Да, поэтому я его и ставил в конец. Ну, я попросили поставить поджигатель. Я играю против бота, я знаю, что я так и так справлюсь. Мне это не важно, поэтому... Поэтому поставил для вас. Что вот это, что эта штука просто так для вас поставила. Эта штука тебе дается. Так, давайте роу. Возможно, боевой клич чуть подешевле. Может, и нет. А Брана давай. Брана, Бран за Бараута. Брана, Бран за Бараута. Вообще, я могу забрать вот эту штуку. Чтобы что? Чтобы продать охотника, может быть. Смотрите. Поставил следующеныша, поставил следующеныша. Поставил профи поджигателя. Все щитки сюда отдал, чтобы он забафался на следующее. То есть его оставим, пусть он дает спылы дальше. А тебя мы съедим с вот этой штуки. Не знаю, норм это или норм. Возможно, фигня мув. А давайте просто CSGO соберем и тогда не будем ничего даже думать.
Хорошо. Хорошо, хорошо. Сейчас ждем, чтобы королеву Богомола поставить. Мне просто на следующий нужен будет слот для того, чтобы крутиться. То есть я могу, по идее, его слопать на следующее. Потом статы раскачать и, собственно, все, да, на этом. С другой стороны, против мехов именно, там мехи 6, против меха, возможно, стоит жопку подкачать. Хотя, ты смотри, какие мехи. Есть дракон такой, но не думаю, что буду лочить. Только у него одного. Хотя, если проиграем, то может быть окей, да, если проиграем с панцирем. Дружим, я открыл, пригодится. Может быть, да. 500 статов определенно пригодится. Мне же дракон съесть, но это бабл штука. Возможно, лучше за счет баблом. Матадора бы без таунта. Да, кстати, сейчас в конце бы такие штуки действительно ходить. Привет, красивый. Ты правда милый, особенно, когда смущаешься. Скоро приеду в Москву по делам. Пойдешь в кафе с красивой тетей? 28. Не-не-не. Не, спасибо, спасибо, аноним, сейчас я знаю. Сейчас я знаю, красивая тетя в скобочках заберут меня. Потом все. Потом все, меня больше не видите. Я тебя забрал, да я понимаю, как все это... Работает так, что я такой, о, здравствуйте. Опа, мешок на голову в этот закинули. Ну как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.